Тегеран открывает первый и крупнейший торговый центр за рубежом в Ереване, который армянские СМИ уже окрестили воротами в ЕАЭС. ТЦ в том числе займется подготовкой к финансовым трансферам и предоставлением логистических и транспортных услуг. Интересно, как США, которые недавно ввели новые санкции против Ирана, отнесутся к соседству своего второго по численности посольства с самым крупным иранским торговым центром? С Арменией, которая одновременно открывает ворота в ЕАЭС, замораживает отношения с ОДКБ и собирает всевозможные подписи для вхождения в ЕС, все давно понятно. Но куда вдруг исчезла принципиальность Ирана? Или для режима мул стала вдруг неважной перспектива стать воротами в стране, где в обозримом будущем вполне вероятно ЛГБТ парады. А может, дело в тех самых анонсированных логистических услугах и финансовых трансферах? Впрочем, учитывая последние события, мы о напряженности между Тегераном и Москвой из-за Зангезурского коридора, а также между Москвой и Ереваном также из-за Зангезурского коридора, и при этом поставках вооружения между всеми перечисленными, очевидно, что принципиальностью сейчас не может похвастаться никто.